Предлагается следующий механизм. Первое. У всех работающих во власти, либо являющихся депутатами людей, будет иметься один месяц для того, чтобы отказаться от второго паспорта или уйти с работы, или сложить мандат народного депутата. Значит, если это не происходит, и чиновник скрывает эту информацию, то он автоматически лишается этой работы, либо автоматически лишается депутатского мандата, и на 5 лет ему запрещено занимать эту должность. Кроме этого, наличие второго паспорта необходимо указывать в электронной декларации.